То, что ты себе позволяешь, Измайлов, что ты творишь, я себе такого никогда не позволял. Никогда! Тебя породил ад, Яковлев. Ты Омин. Омин, понимаешь? Тебя прислали в наш мир, чтобы уничтожить его! Ну ладно, Серег, ну гуманист уже, ну. Какой нахер я тебе, Серега? Тебя чекисты вытащили из мавзолея. Из мавзолея! Что ты там делал? Не могу знать, товарищ полковник. Предположи. Ну, я хотел посмотреть на товарища Ленина. Да ты что? Я хотел проверить, все ли с ним в порядке. Серьезно? Да. И как он там? Нормуль? Все еще мертв? Так точно, товарищ полковник. Мертвее не бывает. Да пошел ты на... А ты начальник моего бывшего Сергея Ивановича помнишь? Конечно, помню. В дурку его забрали сразу после отставки. Плохи мои дела.